каждая гламурная леди, кем бы она ни была, известной актрисой, влиятельным политиком или предприимчивой бизнес-леди, просто обязана иметь роскошный внешний вид. И без украшений ей не обойтись. Сегодня я решила посетить бутик, в котором представлены не только актуальные коллекции ювелирных украшений, но и статусные часовые бренды. Правильно подобрать украшения в соответствии с вашим стилем – это обязанность каждой светской львицы. А умение сочетать ювелирные украшения с часами – это особое искусство. Правил ношения часов и ювелирных изделий, также ограничений не существует. Главное подобрать их в общей стилистике. Если это классические часы, классические украшения, то, конечно же, это должно быть все сдержанное, небольшое, с минимальным количеством камней. Если это крупные часы, полностью усыпанные бриллиантами, изумрудами, рубинами, то тут абсолютный полет фантазии. Можно сочетать с чем угодно, добавить к часам браслет, можно добавить два кольца. Это будет намного интереснее смотреться, чем просто, например, одни часы. Сильные и гламурные знаем, что выбирая часы или украшения, стоит обращать внимание только на самые известные и статусные бренды. Главное кредо часового бренда De Grisogana – роскошь должна оставаться эксклюзивной. В наше время широкое применение в ювелирном и часовом искусстве приобрела PVD-технология. Одним из первых начал эту технологию использовать дом De Grisogana. Это химическое напыление, которое наносится тонким слоем при большом воздействии температуры и давления. PVD-технология позволяет изделиям быть сверхпрочными. Палитра PVD-технологии очень-очень разнообразна. Это как от черного и до красного и голубого. Актуальными трендами этого сезона в женской часовой моде являются разнообразие цвета, модели в стиле унисекс и часы-браслеты. Чтобы не отставать от ювелирной моды, всем стильным и гламурным предлагаю обратить внимание на массивные ювелирные украшения, декорированные большими драгоценными камнями, которые предлагают лучшие ювелирные дома.
украшения Тео Фенел с неординарным дизайном не только отражают тенденции этого сезона, но и подчеркнут стиль всех экстравагантных модниц. Британский ювелир Тео Фенел начал свою карьеру в роли дизайнера в одном из известных британских ювелирных домов. У него было всегда стремление к эпатажу, и он всегда опускал условности. Тео Фенел – это протагонист Гая Ричи. Если у режиссера это карты, деньги, два ствола, то у бренда Тео Фенел – это ключи, черепа и кресты. Конечно же, деньги. Постоянными клиентами этого ювелирного дома являются такие модники, как Элтон Джон, Оззи Осборн и Виктория Бекхэм. Ювелирный дом Понте Веккио предугадывает моду раньше самой моды, поэтому его смело можно назвать законодателем стиля в мире ювелирных украшений. Украшения этого ювелирного дома подойдут приверженцам классического стиля, которые не забывают о собственной индивидуальности. Собираясь на светское мероприятие, выбирайте самые элегантные и стильные украшения.